Теплые джемпера, свитера, это у нас Голландия. СВТ называется данная позиция. Категория экстра. Состояние очень хорошее у данного свитера. Размер маленький, хотя написано XL, но больше похоже на S. Но состояние очень хорошее. Так, следующий джемпер мужской у нас. Размер 2XL. Без катышков, не растянутые. В хорошем состоянии. Тут, кстати, не все такое. Сейчас будем смотреть. Я вас еще успею расстроить. Размер M. Кстати, весит 25 килограмм. Давайте посмотрим состав. Вот здесь вот хлопок. Размер M или L. Посмотрим, что там написали. 45% хлопка. Акрил 40%. Размер, к сожалению, не указан. Но ML, скорее всего. Так, жилетка в хорошем состоянии. Мужская. Дырку срезали, к сожалению. Ну, примерно M, по-моему, размер. S-ка. Размер маленький. Так, написано blend. Шерсть 50%. И 50% акрила. Так, размер XL. Кстати, тоже без катышков, в хорошем состоянии. Бренд Канда М-ка. Давайте проверим замок. Замок работает, катышков нет. Резинки целые, не растянутые. Так, вот тут, видимо, была даже этикетка. Но сейчас, к сожалению, ее нет. Так, это что за вещь такая? Ага, тут рукава. Посмотрим состав. 50% хлопка и 50% написано полиакрил. Бренд Olsen. Женский джемпер большого размера. Дырку срезали, но вот на рукаве есть пятнышко. Надеюсь, это видно. Так, тут шерсть, по-моему, в составе. Замочек работает. Бренд Гери Вебер. 100% шерсть. Состояние хорошее, без катышков. Так, размер маленький. Замок двойной. И снизу, и сверху можно застегнуть и расстегнуть. Так, вот она бирка. Район, не знаю, что за район. И акрил 65%. Тоже, видите, в хорошем состоянии. Резинки целые. Ну, тут начали появляться катышки, еле заметно. Самое главное, что резинки целые, не растянутые. Так, 42-й. И шерсть 100%. Я думаю, нет смысла дальше останавливаться подробно на всех составах. Поэтому быстренько посмотрим, пробежимся. Так, забери, пожалуйста. Потому что мешок большой, довольно-таки 25 килограммов весит. Голландия, СВТ, теплые джемпера. Еще, кстати, есть тонкие джемпера. Это вот именно то, что уже потеплее. Состояние здесь пока хорошее. Это категория экстра. Тут не крем, этикеток не будет. Размер 46 указан, европейский. Российский, наверное, 52. Так, 44 европейский размер. Получается 50 российский примерно. Так, пока еще в хорошем состоянии. Жилетка тоже все пуговицы на месте, без катышков. Бренд Сесиль, размер XL. У нас пока один джемпер был с пятнышком на рукаве. 44 размер указан европейский. По-русски будет 50. 46 размер. То есть размеры хорошие. Здесь большие и маленькие. Так, М-ка. Мужской кардиган. Тоже в хорошем состоянии. Резинки целые, без катышков, без пятен, без видимого износа. Но не все такие, поэтому с вами рассматриваем подробно все. Так, Элька. Еще один мужской джемпер. Как вы уже, наверное, заметили, в основном женские все-таки джемпера, свитера. Так, Эска. Тут, по-моему, шерсть. Ага. 100% шерсть. Ну, шерсть, хлопок, акрил, полиэстер. Вот такие составы. 52 размер. Это Элька. Еще один мужской джемпер. В хорошем состоянии. Резинки целые, катышек нет.
Вообще мне самому нравится состояние. Бывает похуже, от партии очень много зависит. Так, тоже вот в хорошем состоянии. М-ка. Так, пуговицы все на месте. Резинки эластичные, не растянутые, имею в виду. Без катышков. Состояние очень хорошее. Хороший мужской джемпер был. И вот еще один, но он какой-то утепленный. Видите, еще отклад внутри какой-то есть. Рукава, локти. В хорошем состоянии. Катышков нет. Размер XL. Это прям как куртку можно носить. Очень теплый джемпер. Так, вот еще один мужской джемпер большого размера. Так, тут размер, а вот указан, 44, по-моему. Много цифр, чисел. Европейский 46, 52, наверное, будет российский размер. Так, XL, тоже без катышков, в хорошем состоянии. Пресс-спрей, размер XL. Вот еще один мужской джемпер. Кстати, немало мужских джемперов все-таки. Состояние. И размеры большие. Так, 2XL, вот 58. Очередной мужской джемпер. Резинки целые. Без катышков. То есть не растянуты. Иногда резинка этот волнообразно так идет. Волнами. Так, S-ка. А тут шерсть. Или как это называется сейчас? Нет, 34% полиамида, 28% акрила, махер 20%, вискоза 10%, шерсти 6% и ластан 2%. Это прям богатое наполнение ткани. И далее 40-й размер указан европейский, получается 46-й российский размер. Напоминаю, что это Голландия, теплые джемпера, весит все это добро 25 килограмм. Тут бирки нет, к сожалению. Давай, забирай. Спасибо. Хорошо, когда вот так забирают. Значит, мне пришлось бы долго вам все показывать, объяснять. Так, вижу пятнышко. Кстати, вот вторая вещь с пятнышком, но не знаю, видите или не видите. Маленькое пятнышко. Катышков нет. А, вот тоже какое-то пятнышко еле заметно есть. Ну, в общем, некоторые, вот две вещи у нас были с пятнышком. Элька, но большинство вещей в хорошем состоянии, без катышков, не застиранные, не растянутые, не выцветшие. Так, все, да? Последняя вещь из этого мешка, Том Тейлор, размер S. На этом мы завершаем наш видеообзор. И все.